22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны, событие, навсегда изменившее ход истории нашей страны. Десятки миллионов людей отдали жизни за светлое будущее потомков. Для того, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений, погиб в оккупации или концлагерях, ветераны, неравнодушные граждане, а также первые лица республики возложили цветы к мемориалу в парке имени Гагарина. Нескончаемой колонной люди идут к мемориалу, у каждого в руках красные гвоздики, как символ памяти и скорби. К слову, многие из пришедших сегодня приняли участие в одноименной благотворительной акции, целью которой является забота о ветеранах, сохранение исторического наследия, а также патриотическое воспитание юных крымчан. Особую роль в сегодняшнем мероприятии заняли и представители духовенства. Всех усопших вождей и воинов на поле брани, живот свой положивших Христе Божий наш, и Тебе славу рассылаем, собезначальным Твоим отцем, и пресвятыми Владимиром, животворящим Твоим духом. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь провел панихиду. После этого молитву прочитал имам Симферопольского района Раим Гафаров. Все это подтверждает одно. Крым многонациональный, всегда готов объединиться ради общей цели. Великая Отечественная оставила неизгладимый след в жизни каждой советской семьи. Поэтому чтить подвиги наших предшественников – обязанность каждого современного человека. Тот, кто не помнит то, что произошло с его предками, тот обречен испытать то же самое. Настолько страшная была Вторая мировая война, Великая Отечественная война. Столько она унесла жизни, что, мне кажется, невозможно сегодня не помнить. Отрадно, что в парке имени Гагарина у могилы неизвестного солдата практически всегда лежат цветы. Симферопольцам хорошо известно это место, и даже в будний день здесь можно увидеть людей, которые подносят к гранитным плитам новые букеты. А это значит, память жива и никогда не угаснет, как и этот вечный огонь. Егор Зайцев, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.